Следующее изобретение, возможно, станет революцией в мире одежды. Сегодня тенденции в мире моды все больше склоняются к внешнему виду без носков. Это стало очень популярным как среди мужчин, так и среди женщин. Есть несколько больших проблем, с которыми в этой ситуации сталкивается каждый. Во-первых, если вы все-таки решили носить носки, они должны быть очень маленькие и тонкие, дабы не выглядывать выше обувной линии. Они, как правило, плотные, неудобные и соскальзывают к пятке в течение дня. Можно, конечно, заправить высокие носки в обувь, но тогда вы будете иметь дело с неровностями на вашей ноге. А это опять-таки неудобно. Последний вариант – это просто обуваться на босую ногу. Это кажется наиболее логичным, не правда ли? Но часто нога без носка быстро устает, натираются мозоли, и к тому же вы столкнетесь с проблемой потных и неприятно пахнущих ног. А кому такое может понравиться? Но не отчаивайтесь, баланс между носками и красотой кажется найден. Получить безносочный лук этим летом можно с альтернативой обычным носкам Soul Socks 2.0. Это уже второе поколение чудесного изобретения. Электромагнитные носки – это простое решение проблемы. С виду Soul Socks больше похож на домашний тапок, который вы обуваете вместо носка. Сверху он сделан из плюшевого махрового материала, который поглощает влагу, запах и другие неприятные вещи, которые исходят от ваших ступней в течение дня. Soul Socks сделан из 100% хлопка. Ткань была специально разработана, чтобы нога могла дышать, но при этом волокна впитывали лишнюю влагу. Ткань прошита стежком по наружной кромке, что обеспечивает долговечность и качество продукта в течение длительного времени. Последний компонент конструкции – это база, благодаря которой предотвращается скольжение в обуви. Волокна, стабилизирующие носок на ноге, также пропускают воздух, охлаждают ногу и позволяют ей дышать. Новейшее дополнение к Soul Socks – оригинальный носок из полиэстера с минималистичным дизайном. Он обеспечивает комфорт и не вызывает раздражения в верхней части ноги. В зависимости от типа вашей обуви вы сможете отдать предпочтение Soul Socks Original или Soul Socks 2.0. Они заменят вам обыкновенные носки. Изобретение хорошо переносит стирку, что обеспечивает ему длительную носку. Разработчики Soul Socks – братья Таннер и Тейлор, которые имеют страсть к моде и комфорту. Ребята из Айдахо работают вместе уже 4 года. Реакция общественности на их первый проект с замерой стельки и носка превзошла все ожидания. За первые месяцы существования Soul Socks было продано более 30 тысяч пар. Учитывая, что ребята работали сами, это фантастика. На Кикстартере изобретатели Soul Socks хотели получить 4 500 долларов. На сегодняшний момент проект собрал около 160 тысяч. Это действительно успех. И в этом случае можно смело сказать, эти деньги не пахнут. Стремитесь только к лучшему, узнавайте о самых интересных мировых новинках и не затягивайте со своими начинаниями. Это был Startup Research. Увидимся!